В социальной сети Pinterest появился официальный аккаунт компании Faberlic. Pinterest – это социальный интернет-сервис, фотохостинг, в котором можно добавлять изображения, скачивать изображения. Нам для работы нужны красивые картинки, фотографии, поэтому Pinterest – это кладезь красивых картинок. У меня на телефоне стоит уже загруженное приложение Pinterest, я в него захожу. Находим в галерее, либо вы, если первый раз только заходите, то через поиск, через лупу находите, вбиваете Faberlic. На английскими буквами Faberlic выходит наш аккаунт, официальный аккаунт Faberlic. На него нажимаем, попадаем в официальную страничку Faberlic. Вот так она выглядит на сегодняшний момент. Здесь очень красивые фотографии, очень красивые картинки. Итак, нам понравилась фотография туалетной водички Алатау. Давайте ее скачаем себе в галерею телефона. Как это сделать? В правом верхнем углу есть три точечки. Нажимаем на них. Выскакивает вот такое белое окно, и что мы можем сделать? Нас интересует скачать изображение. Мы на него нажимаем. Автоматически изображение скачано в вашу галерею телефона. Также мы можем поделиться. Например, нажимаем «Поделиться» с вашими контактами, подписками, скопировать ссылку, получится пин. Отправить его в нужный вам месседж. Я этого делать не буду, я выхожу. Также можно нажать, если вы нажмете на красную кнопочку, вы сохраните данную картинку себе на доску. Прежде чем сохранить на доску, вам предложит Pinterest создать доску. Я, например, здесь создала, у меня она уже есть, и я могу сюда, вот уже Faberlic мой, и сюда отправить. Чтобы создать доску, нажимаем на плюсик и называем доску. Например, название доски будет «Мой». Давайте так и оставим. Faberlic, только по-другому. Faberlic. Все, нажать «Создать», у нас доска сохранилась. Автоматически у нас появилось красный цвет, поменялся на черный, то есть это изображение мы скачали себе на доску. И в любой момент, когда у вас есть аккаунт в этом приложении, вы можете зайти к себе на доску, чтобы не искать большой галереи картинок, которые меняются каждый день на страничке Faberlic. Вы заходите в свой профиль, на свою доску и находите нужное изображение. Итак, прекрасная лента. Для работы можно выбрать любую картинку, какую нужно на сегодняшний день вам сохранить и поработать. Вот так просто и легко работать с Pinterest и загружать себе красивые фотографии для работы. Приятного пользования этим хостингом!